Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Бобруйский аэродром принял и проводил с полными баками учебно-боевые самолеты Як-130. История с хэппи-эндом или маму все же стоит слушать? Карабкался так, что нога застряла. Покажем, как спасатели вызволили мальчика, который застрял на дереве. Географию Азии он изучил на практике. Довезите до Бобруйска. Путешественник Александр Яловик вернулся из очередного отчаянного турне. Дарить тепло и нести свет. В стране сегодня отмечают День энергетика. И один погибший, и пятеро пострадавших. Расскажем подробности стрельбы в Москве.